Густой черный дым, который видно еще с трассы Пермь-Березники. Сегодня около 3 часов дня загорелся гараж Суханова рядом с коттеджем на 2 семьи. В итоге огонь перекинулся на баню и частный жилой дом. Теперь оба семейства остались без крыши над головой. Сидела дома, услышала хлопки. Вышла, горит, пожар начался у соседа, у Сережи. Побежала за мужем. Ну вот и вышли вдвоем. Стали, я говорю, давай воду приготовь, хоть что-то может вдруг случиться, здесь что-то хоть потушить. Вот и все. А что случилось-то? Машина была уже, подъехала машина, была одна. Потом вторая подъехала, третья. Незамедлительно на место трагедии выехали спасатели. Во время ликвидации пожара они отгоняли прохожих и зевак. Ведь в доме были баллоны с газом, которые в любой момент могли взорваться. К этому времени пожарные уже вынесли из горящего здания 6 таких баллонов. Практически час назад мы приехали сюда, в Суханово, где загорелся жилой коттедж на 2 семьи. Известно, что здесь проживала пожилая пара и мужчина с женщиной лет 50. К счастью, пострадавших нет, все сумели выбраться. По предварительным данным, хозяин дома проводил ремонтные работы в гараже, а после ушел на обед. Уже в доме он вместе с женой почувствовал запах дыма, вызвал пожарных и пытался справиться со стихией самостоятельно. К сожалению, спасти имущество не удалось. Дотла сгорела баня, все вещи и документы. Хозяева успели выскочить из дома только с мобильными телефонами. Радует, что человеческих потерь на этом пожаре удалось избежать. Елена Катаева, Никита Игнатьев. Наши новости.